Всем привет! С вами компания Rolling Moto, и сегодня я хотел бы с вами поговорить о воздушных фильтрах Nibe. Все, я думаю, вы хорошо знаете компанию Nibe. Она широко известна на нашем рынке. В первую очередь это производитель разных компонентов топливных, ну, в первую очередь, наверное, карбюраторов. Но сегодня речь не о карбюраторах, сегодня мы поговорим о данных воздушных фильтрах. С этого года компания Nibe начала заниматься воздушными фильтрами для мотоциклов. У них, кстати, в ассортименте довольно широкий выбор. В общем-то, все японские мотоциклы современные, кроссовые, и австрийские. Так что, если у вас КТМ, Yamaha, Suzuki, Husqvarna, Honda, пожалуйста. У Nibe есть неплохая альтернатива и, между прочим, гораздо более дешевле, чем другие именитые производители. Но фильтра у них есть не только на именитую технику, да, на китайскую мототехнику, такую как Kayo, BSE, GR, фильтра тоже есть. Не секрет, что на часть техники подходит от тех же КТМ, от той же Honda, на часть техники, например, BSE, есть свои самостоятельные фильтра. Рассмотрим особенности конструкции данных фильтров. Как вы можете заметить, фильтр у нас такой довольно интересный, он такой довольно шершавый, лично мне он напоминает голову Барта Симпсона. Зачем это нужно? Это фильтр, так называемый, с увеличенной площадью. Что нам дает увеличенная площадь? Во-первых, фильтр способен через себя за единицу времени пропустить больше воздуха. Так что, если поиграться с жиклерами, можно получить выше мощность. Если не хотим выше мощность, такие фильтра реже требуют к себе обслуживания, потому что фильтр работает в менее напряженном для себя режиме. Работает большая площадь. Соответственно, большая площадь здесь выиграна вот таким вот хитрым рельефом. Чем еще примечательны фильтра? Они выполнены из специального поролона, который огнеупорный. Так что, если, не дай бог, бывает такое, что мотоцикл, так скажем, чихнул в карб, фильтр, скорее всего, не загорится. Да он не загорится. То хотелось бы отметить, эти фильтра являются обслуживаемыми. Просто так его поставить нельзя. Фильтр обязательно обслужить. У нас вы можете приобрести специальные средства для пропитки фильтров всех ведущих мировых производителей и специальные средства для именно очистки фильтров. Это как раз-таки, как я уже говорил, пропитка для фильтра и очиститель. Здесь все на самом деле все просто, да? Чуть-чуть напшикали, аккуратно, без фанатизма, пропитали и все. Очищается точно так же. Очиститель очень эффективный, так что требуется немного. Есть такой народный способ, как мыть его в ферри, но я, допустим, конкретно ленивый. Это очень долго. Допустим, та же Максима, например, смазка, она очень липкая. В ферри ее отмыть нужно 3-4 подхода. Так что проще пользоваться специальным спреем, потому что любые другие растворители, типа бензина, керосина, просто сожрут этот поролон. Подробнее, я думаю, в дальнейших наших выпусках мы расскажем и про средства других производителей. На этом все. Ездите с удовольствием, и пусть ваш мотор дышит полной грудью.